И всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, и мы начинаем трансляцию игры. Игры Metal Gear Solid 5. Что ж, нас не пустили на сервер, ну ничего страшного. Так, сетевая информация, опять мне почему-то дают инфу по сетевым всяким этим. Это подозрительно. Особенно учитывая, что я вроде все это проходил сегодня и все дела, но... Почему-то все. Все равно мне дают инфу. А ладно. Ну, пока грузимся, собственно говоря. А вот. Мы в менюшке. Звук вроде должен из игры идти. Я сейчас сижу, главное, такой, знаете, и думаю, что-то я звука не слышу. Как-то подозрительно. Потом понимаю, что наушники у меня рядом лежат. Итак, мы начинаем. Some new job offers come in. I've selected the ones I'd like you to handle and added them to the list. Take a look on your iDroid. The more missions you complete, the more we can expand Mother Base. Так, список миссий. И смотрите, собственно, у нас есть 5 новых миссий. Так, а почему у меня никак не, видимо, Так, стоп. У меня что-то... Принять это задание? Нет. А если я хочу отклонить это задание? То есть я могу только принять его? Что за прикол? Что за... Почему? Ну, ладно, давайте примем это задание. Так, а где бы мне высадиться? Я даже не знаю. Но давайте сделаем... высадку, например, вот здесь вот. Раз мне прям так хотят, чтобы я прошел это задание. Какой-то он немножко красный. Так, выбор транспорта, ну понятно. Персонажа давайте переоденем его, как обычно. А переоденем мы его в... Ну, естественно, не голый, пусть без шарфа в этот раз походит. Думаю, он на нас не обидится. На голову, кстати, мы ему ничего, кроме цыпленка, надеть не можем, но я не хочу его надевать. Это будет означать, что я не смогу пройти выше А ранга. Хотя я пока еще не проходил ни одну, по-моему, миссию выше А ранга, но все равно. Почему бы не прикинуться, что мы крутые? Вот, переключаемся в обычный режим. И поехали. Эпизод 5. За оградой. Как-то я сначала прошел 6-й эпизод, потом 5-й, ну ладно. Ничего страшного. Это особой роли не играет. Ну что ж, он будет далеко не первым эвакуированным человеком. Поэтому я думаю, что проблемы никаких не испытаем. Да ладно. Окей, тогда нам этот ученый обязательно нужен. Знаете что? Овечка, стой! Овечка Долли, стой! Овцы, стоять! А, блин, овца, стой! Ха! Летающие овцы. Весело. Им тоже могут овцы помешать. Но вообще в этом плане мир очень живой. Вот, видите? Эвакуационный рейс прибыл. Нам героизм +60 за каждую овцу дали.
Я стреляю в овец транквилизаторами. Да. Так, ладно, надо проникнуть на базу. По-моему, я нагловато это делаю. Я уже даже не осматриваюсь. Разрешен огонь на поражение по нарушителям. Вход воспрещен, только по разрешению. Цыц. О, какие-то важные данные. Как он классно все сканирует. Мне бы такой сканер. Как я удобно зашел. Сразу обнаружил объект. Так, ладно. Ну что ж, допросим тебя. Кто ты у нас такой? Я не хочу умирать! Где все остальные? Spit it out. Короче, он ничего не знает. Ладно, отправляем его на базу. Кто-нибудь, помогите! Не поверишь, но противников на базу отправляют для того, чтобы они стали нашими воинами. Да. Так. Ну вот поэтому ты понимаешь, почему сотрудники не изменяют, да? Так. Ладно. А мы сейчас... Коробка, блин. Так, мина. Закрепить. Отлично. Так они впоследствии не смогут дозвониться до своего руководства. Ну или до штаба, так сказать. Ладненько, ладненько. Идем дальше, потому что нам нужно забраться на самый верх. Заодно я думаю, что можно поубивать пару человек, которые нам, в принципе, не нужны. Так, отсюда меня вроде не видно. Ну, подними нормально голову. Готово. Жалко только довольно быстро садится глушитель. Упс. Ну ладно. Тоже сойдет. Так, выкладывай мне все, чувак. Ладно, у нас нету времени. Нас откуда-то еще палят. Готов. Надо все-таки поаккуратнее быть. Убирать противника, например. Как-то я хреново его убрал. Так будет нормально. Стоп, ты откуда? Воу! Понятно, ладно. Хорошо! Нам не привыкать. Будем их просто вырубать. Заодно убрать все полезные вещи. Ля-ля-ля-ля-ля. Закрыться у вас, ребят, все равно не получится.
топливная коробка. Черт, коробку спалили. Проблема. Мир без паливных коробок. А на самом деле нужно уже... Так, сюда заложить. Таким образом мы уничтожим ПВО. И по нам не будет шмалять, и вертолеты смогут подлететь ближе. Chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Так, в любом случае, надо перезарядиться, а то у нас один патрон остался, и надо потихоньку искать нашего ученого. Думаю, что он на нижних уровнях. Ну, либо на верхних, но навряд ли. Так, здесь что-то есть полезное. Не, почему он не забрал? Ага, вот, отлично. Always keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Да я понимаю, что бежать будет некуда. Давайте мы с вами заложим. А, это не. Это немного не то, что я думал, но сойдет. Где еще? Благо, расстреливать всех не нужно. Вырубим еще им и свет. Хрена, он еще живой. Сам виноват. Так бы мог совсем выжить. Так. Посмотрим, что у них здесь есть. О, аудиокассета. Афганская колыбельная, отлично. Чего нам, думаю, здесь не хватало? Оказывается, колыбельный. Так, собираем ресурсы. По сути, здесь все идет на работу с ресурсами какими-либо. То есть мы собираем ресурсы, получаем полезные фишечки на эти ресурсы, короче. Делаем какие-либо изучения. Ай-яй-яй. Почему я в голову уже вроде стрелял каждый раз? В чем прикол-то? Видимо, здесь это работает в этот раз как-то не так. Так, сейчас, на секунду. Кое-что хочу проверить, кое-что хочу проверить. Так. Агась. Все вроде нормально. Продолжаем. Зачем меня так далеко откинуло? Вот блин, а. Надо, короче, быть аккуратнее, я понял. Ну, пойдем тогда по склону. Раз у этих ребят толком информации нету. Значит, нужно будет как-то эту информацию добывать по-другому. Я вижу, что там что-то мигает, и мне это хочется что-то забрать. Привлекаем к себе внимание. Отлично, забрали. Теперь пробуем подняться по склону вверх. Это здесь должен быть солдат. Вот он. Отлично.
так. Пока этот солдат нас не видит, аккуратненько пробираемся внутрь. Здесь установлена противотанковая пушка. Видимо. Ну, хотя для противотанковой она как-то слишком хиленькая, но... целом. Так, надо вот этого парнишку будет как-то убрать. Так, чтобы его не заметили. И так, чтобы и нас не заметили, к тому же. Так. Понятно, они, короче, спалили труп. Понятно. Я коробка. Ребята, я беспалевная коробка, чего вы ко мне пристали? Раз нам весело и везет под раш проходить, значит мы под него и будем проходить. Boss, you've entered a building. Always keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Охренеть, я бросил обойму вместо того, чтобы бросить динамит. Ну давай, выйди, выйди. Еще один. Так, а что если к ним бросить туда гранату? Отлично. Люблю гранаты за их эффективность. Как говорится, это очень полезная штука. Проблема в том, что все наши противники тоже используют гранаты. Впрочем, я думаю, что можем аккуратно все это дело истребить и сделать полный захват базы. За это нам дают больше по очкам. Так что это будет полезно. Только надо найти... соответственно, противника теперь. Упс! Хорошо, я, конечно, хотел бросить гранату под них, в итоге бросил гранату под себя. Эврика, мать его. Так-то получше. Ладно, благо у них связи со штабом нету. Это значит, что они никак не смогут вызвать никакое либо подкрепление. Это упрощает мне задачу. Причем в разы упрощает. Где же ты, говоришь, прячешься? Да я, собственно, особо-то вроде и не прячусь. Хожу, вот тут кассеты колыбельные всякие собираю. Ага, так вот он где был. Хорошо, мы его сейчас вытащим. Только перед этим нужно все-таки собрать здесь все, что надо. КП-26. Потерял визуальный контакт.
очень внимательны. Реагируйте на каждое движение. Конец связи. Стоп, а как он связался с КП, если он, по идее, не мог связаться с ним? Они же как бы сообщали, что типа связи-то нет. Я же ее вырубил как бы. Ну ладно, заходим к нашему инженеру. Поехали. Это мой шедевр. Открыли огонь в ответ, но потеряли врага. Обычные протезы. Это скучно. Обычные протезы, это скучно. Специалист. Это биомики. Я создаю биомеханические гибриды. Можно сказать. Бионическая рука. За свою жизнь я создал тысячи таких конечностей. Они использовались спросом даже в Кремле. Прям даже в Кремле пользовались спросом, фига ты. И вот благодарность. Сделай гигантские руки для новой боевой платформы, они мне сказали. Он интересную историю рассказывает. Инженер Бионик. А они посадили меня сделать заводные игрушки. Я этого не вынес. И поэтому сбежал. Меня поймали. Теперь, может, меня ждет лагерь. Да нет, тебя не ждет лагерь, я тебя как бы спасаю. Я готов тебя служить. О, он тоже готов мне служить. Отлично. Просто дай мне продолжить свою работу. Чувак, ты готов лететь? Если да, то лети. Удачи тебе. Надеюсь, ты долетишь. Видать, его это порадовало. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Черная морковь? Что? Никто не обнаружен. Прием! Это КП, понял. Будьте бдительны. Не позволяйте им напасть на вас. Конец связи. Стоп, стоп. Это КП. Возобновился огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг будет все еще прятаться поблизости. Знаете, когда они говорят, знаете, открыли огонь, но потеряли врага. Ну, как бы, по идее, вы должны его были бы убить, но окей. Я понял, короче, шутку юмора. Они могут связываться с КП и как бы вызывать подкрепление оттуда, но со штаба они подкрепление уже не вызовут. А это значит, что у нас солдатов больше не появляется. Черная морковь. Еее. Нет, это прохождение не в честь 1 сентября, это прохождение в честь прохождения. То есть в честь выхода игры, я не виноват, что так совпало, как бы. Extraction arrived at Mother Base. Получен сотрудник. Короче, мы коробка лес можем теперь делать. Золотой тигр какой-то. Ну, видимо, это... Как объяснить-то? Коробка это вот такая вот хорошая штука. Короче, если ты останешься вот так вот, то ты можешь передвигаться вот как бы в этой коробке, и противник тебя не палит. То есть, но надо аккуратно передвигаться. Но это выглядит смешно. На самом деле, просто эта коробка пришла еще с первых частей МГС. Она там очень сильно помогала. Без нее там фактически нельзя было некоторые вещи пройти. И там в одной из последующих систем мне очень нравилась реакция, соответственно, охранников, такие типа, коробка, наверное, здесь боеприпасы. Ничего, что при этом там, грубо говоря, на коробке вообще не числится даже ни малейшим образом их логотипы или прочее, да, то есть, ну,
Короче, даже если коробка с ними рядом ходила, они почти не обращали на это внимания. Фух, утерлись. Мне, кстати, попали только в руку и в ногу, и чуть-чуть в голову. Ну, ничего страшного. Так, уровень подразделения развития базы повышен. Отлично. Просто великолепно. Ну, позывной доберман. Отлично, ранг даже на А умудрился заработать. Так, и... Да, я поднялся чутка подзывной. Ну, естественно, чтобы пройти на настоящую концовку игру. И да, каждая миссия здесь имеет, типа, концовку такую, типа, титры идут. Но на самом деле это то, те люди, которые занимались разработкой данной миссии. В общем, инженер готов сотрудничать, парни из научно-исследовательского отряда. Все такое, дело так, специального механизма. Okay. О, отлично, он модифицирует нам руку. Обязательно отдам приказ такой. Так, награды нам дали на главной базе, хорошо. Доступна разработка протезов, великолепно. Бионик, соответственно, окейушки. Далее оружейника, штурмовые винтовки, великолепно. И теперь у нас еще парочку ребят, добровольцев пришло. Класс. Я думаю, хорошо. База развивается потихонечку. А вот, кстати, тот, видимо, чувак, которого я забрал, это и был оружейник. The higher the team's level, the more accurate and frequent their reports will become. Be sure to take advantage of them. Вот, давайте мы сейчас, наверное, сейчас возьмем и попробуем так получить награду действий в ходе несения службы, выполнить внешние задания, награды. Ну давайте награды перейдем. Ежедневное время, монета. И окей. А, да, точно, там 1 сентября, 2 сентября приходит. Ну, все, да, все, я понял. Это, да. Семьдесят один человек у меня, кстати. И я сейчас умудрился. Короче, я сейчас нахожусь онлайн. По сути. То есть, самое смешное, что на мою базу могут легко напасть. Так, вот там какой-то бедолага, ну давайте пойдем туда. А, свистнуть лошади. Лошадь. Лошадь. Лошадь, почему ты снизу? Лошадь, ты мне наверху нужна. Ладно, побежим чуть-чуть вперед, возможно она появится на нужном нам месте, а не там, где появилась она. Так, давайте заранее закажем на самом деле протез. Так, главная база. Разработка. О! Требование к улучшению. Пистолет, метеор... Так, миниатюрный автоприцел. Эффект... О! Отлично, дальность увеличит. Увеличит дальность. Please select a drop point. Supplies requested. Вот, на самом деле я обнаружил интересную фишку, что если продолжать стоять на этом месте, то тебя тоже зашибет, как бы, как и кого угодно. Ну, например, мне недавно зашибло так лошадь. Please specify a project. Supply drop complete. Так, позволяет ускорить развертывание отряда. Агась, есть такое, да. Ну, короче, сейчас это что-то на меня упадет. Только непонятно откуда. А, вот отсюда. Это всегда выглядит красиво. Ха. Теперь у нас есть более хороший пистолет. Так, у нас есть более хороший пистолет. И что мне хотелось бы сделать... Можем еще теперь на нем включать фонарик. То есть...
Да, дополнительно она. А, дополнительно ставится. Ладно, на самом деле надо сделать побольше на главной базе различных разработок. И управление персоналом действительно как-то наладить. А, понять бы только в этом сейчас, как мне лучше разобраться, что значит различные Б, С и прочие ранги. Видимо, это имеется в виду ранг самого человека. А первое — это то, куда его лучше ставить. И поэтому, допустим, вот этих людей нам лучше ставить в... отряд базы. Этот тоже лучше ставить в отряд базы. Этот тоже лучше ставить в отряд базы. Этого лучше ставить в подразделение разведки, насколько я понял. Разведка уровень 4. Остальные пока ни о чем. А, нет, вот тоже надо. Отряд развития. Тоже отряд развития. А теперь мы перекидываемся на соседний. Смотрим, нет ли здесь лишних у нас юнитов, которые не должны здесь находиться. Вроде нету. Так, здесь вообще что-то делает один медик. И один из отряда развития. Почему-то я его не могу переместить. И стоп, что? Почему ты все так делаешь? Так. Так. Хорошо. Только я вообще-то его выбрал. Во. Отлично. А, медика, медика. Так, подразделение поддержки, подразделение разведки. Даже не знаю, даже не знаю. Я думаю, есть смысл поднять подразделение... разведки все-таки. Так, здесь у нас, в принципе, все сотрудники указываются, так что здесь все нормально. Так, комната ожидания никого. И вроде я всех распределил по их специальности. Так что сейчас вроде все должно быть в этом плане хорошо. Ладно. Оборудование напарника. Что-то мы можем у напарника улучшить. Да нет, вроде ничего не можем. Оборудование, предметы. Хорошо. Так, у нас есть улучшенный интскоп. Улучшенный дроид. Активное устройство. Так, функция динамика теперь будет. Ну, давайте закажем, почему нет. Окей. А, пока не будем сбрасывать, а то так досбрасываемся. Так, максимальный ранг анализируемых Б. Ага, функция анализатора. Все понял. То есть он будет нам помогать находить улучшенных солдат. Так, клетка-ловушка, размещенная в подходящем месте. Клетка позволяет осуществлять гуманный отлов мелких и средних животных. Угу. Сигнальная граната. Ну, короче, видимо... доступно задание ФПБ, не позволяет выполнить задание выше ранга А. Хорошо. Короче, нам оно особо не нужно. Основное действие. Так. Стражевого отряда. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что мы, скорее всего... Нет, стоп, он мне не то хочет, что лучше. Ладно. Что у нас по вертолету? Тактический вертолет общего назначения, силовая установка, 4 двигателя. Короче, сокращение срока доставки. Хорошо, это важно. Окей. Здесь у нас что? Мощный бортовой громкоговоритель. Я помню, да, зачем он примерно нужен. Я думаю, есть ли в нем особый смысл на самом деле. Ну, давайте. Денег у нас, в принципе, много, я думаю, что не повредит. Не повредит. Так, здесь понадобится уровень научных исследований аж 16. Окей. Так, ну и все, в принципе. Теперь пошли по заданиям. А, я там выделил, по-моему, задание, да? Да, вот. Я выделил задание. У меня, кстати, почему-то не отображаются комментарии из Гудгейма. Возможно, сейчас я этим займусь.
А вот, кстати, где его заказать? Я так, кстати, и не понял. Мне кажется, что... это надо делать где-то в разработке. Но... Ух ты, гранатомет, факел. Серьезно. Предлагают сделать гранатомет. Коробка. Увеличение запаса прочности, увеличение носимого боезапаса. Думаю, будет нужно. Допросить доставку? Да, почему бы нет. О, песчаная буря началась. Ладно, давайте отойдем пока что. Пока здесь у нас идет песчаная буря, я быстро проверю, почему у меня не идут комментарии с Good Game. А, то есть оно идет как замена основного оружия. Придется кого-то убить, забрать у него автомат. Хорошо, ну это не такая большая проблема. Так. Мне интересно было, что вот в этих двух зданиях. И давайте попробуем убить вот этого чувачка. Докладывай мне. Хорошо. Минус. И забираем его труп. Забираем его труп и относим его куда-нибудь, например, вот сюда. Это неважная карта, понятно. Здесь, в принципе, находилось даже очень много чего интересного. Так, у нас здесь есть автоматик. Мы его как раз берем. У нас всего 31 патрон пока что. Я думаю, если мы сейчас возьмем те патроны, которые лежали внутри. Насколько я понял, там лежали именно патроны. Нет, там лежали не патроны. Окей. Так, туалет. Туалет, все дела. Где бы нам запастись патронами, ребята? Где бы нам запастись патронами? Так, горячие ресурсы, отлично. Книжки. И ничего более интересного. Хорошо. Так. Ну, будем пробовать пробираться как в первый раз, естественно, назад. Стоп, а почему я не могу... Серьезно? То есть я не могу сменить снайперскую винтовку на... О боже. О май гад. Тогда, естественно, мы берем гранатомет. Тут как бы без вариантов. Да, он, видите, все время меняет. Ужас, 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 ужас. Это проблема. Ладно. Гранатомет нам в любом случае нужнее. Хотя еще бы нужнее мне было бы поставить на этот снайперский винтовка хорошенький прицел. Тогда бы все было просто шикарно. Так, пока чувак смотрит в другую сторону, мы его обойдем. Не-не-не, тебе показалось, что здесь что-то шевелилось. Не-не-не, здесь ничего нету. Да показалось, показалось. Уходи давай. Хороший мальчик. Так он медленно как-то уходит. Смотрите-ка, а наш друг, который вечно тусовался здесь, в данный момент ушел погулять. Какого? Почему бы нам его и не захватить как раз-таки? Понятно, друзья не говорили, прощай. Так, собираем тебя.
Ну и так как ты нам не нужен, пойди позагрязняй немножко реку. Не досвалился. Ну ладно. Я думаю, нужно дождаться вечера. Естественно, в игре вечера. Потому что так-то у нас уже и вечер. Так. Давайте попробуем его забрать. Я, правда, не знаю, какой он, крутой или нет, но... Пусть будет. Улетел. Упс, таска. У чувака была каска. Может, конечно, у него была ОСАГА, но по идее каска. Так, перезарядился. Давайте его подымем. Поболтаем с чувачком. Да не буду я стрелять, не волнуйся, я тебя просто зарежу. Так. Хорошо, ты мне не нужен. Хоть ты и много знал, но ты мне не нужен. Недоупал. Ну ладно, что-то у меня сегодня все недоупали. Пошел, посветил, ничего не нашел, ушел. Отлично. Это была плохая идея. Ну да, правильно, посвети вверх, вдруг в облаках что-то летает. Таки мы дождались ночи. Так, ну и сейчас, смотрите, получится такой момент, что я сейчас выйду, и меня там тут же чувак спалит, то есть мне в любом случае придется его убить. Давайте заодно его допросим. Раз ему нечего нам сказать, мы его убиваем. Забираем с собой. Это именно тот засранец, который стоял здесь и вечно долбал нас с дробовика. Поэтому я рад его убить. Серьезно.
я вот прям только за то, чтобы его лишний раз убить. Забираем с собой нужного нам человека. Забираем с собой некоторые припасы. И медленно отсюда сваливаем. Так, извини, пленный, что я тебя так больно ударил. Думаю, ты меня не в обиде. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Как-то так, друзья мои, мы вытащили пленного. Неужели спустя столько времени эта миссия все-таки будет пройдена? Еще и на стелсе, по сути, фактически никого не убив. Ну, в смысле, без стелса, да. Это тупо звучит, если ты говоришь, что ты проходишь стелсом и при этом никого не убил. Это как бы логично. Здесь практически никого. Нам приходилось убивать. Интересно, а он выживет, если мы упадем отсюда? Думаю, что есть вероятность, что может и не выжить. Поэтому давайте спустимся аккуратно. Насколько я помню, там мы на центре убили чувачка, так что мы пройти там должны довольно-таки хорошо. Потому что проблем у нас с этим не возникнет. Предок обычной моркови. Да. В любом случае, черная морковь, предок моркови, это звучит смешно. Че, чувак, как ты думаешь, ты долетишь у нас? Думаю, да. Летай. Отлично. Все-таки я завершил эту миссию. Не прошло и полугода, как говорится, но я это сделал. Так. Что касаемо теперь. Что касаемо теперь. Во-первых, у нас обновилась карта. И у нас показывается здесь, я так понял, специалист раз, специалист два. То есть два специалиста. Хорошо. Здесь нам показывается черная морковка. Здесь нам показываются горючие ресурсы, которые мы уже собирали. Так. Хорошо, удалили маркеты. Маркеры, точнее. Пытаюсь отдалиться, но почему-то, видите, оно у меня... А, лол. Оказывается, есть отдельное масштабирование. А, здесь есть еще один, еще одно место. Так, уровень тревоги низкий, все дела. И у нас есть разработка, задание. Давайте вызовем вертолет. Рандеву. Вызовем вертолет и полетим все-таки на базу. Я думаю, что оно сегодня временно нам хватит. Одна миссия, это круто, да? Но мы ее все-таки сделали, это главное. Вот, на самом деле, что я хочу сказать, друзья мои, все те, кто будет впоследствии, конечно же, смотреть и проще. Надо будет мне все-таки подучиться немножко пользоваться здесь и работать здесь. Я, в общем, буду всю эту неделю стараться проходить эту игру, поэтому у меня, скажем так, выходные. Я очень доволен этим делом. Поэтому я буду, скорее всего, попробую ее пройти полностью за эту неделю, если так получится, конечно. Хотя я не думаю, что мне хватит того времени, которое я смогу выделить, но
Тем не менее, вертолет уже где-то в пути. Это значит, что скоро нас ждет веселье. Потом говорит, что он скоро прибудет на место. Вот он уже летит. Отлично, он летел. Нас даже к земле прижало. Так. И полетели на базу. Пока лошадка. Отличненько. Unit function added. Extraction arrived at mother base. Так. Итак, отчет. Добровольцы. И больше, собственно, ничего. Ну ладно. И на том, как говорится, спасибо. Так, сори, я немножко отходил. А в общем-то, что я хочу сказать. Всем удачи, спасибо за просмотр. Постараюсь сделать как можно больше различных серий. Думаю, что эту миссию я, если и выложу, то выложу только ту часть, где я, естественно, проходил. Потому что остальная часть, ну как-то все-таки немножко извращение. В общем, ладно. Там, конечно, было много смешных моментов, но слишком это долго. Ладненько, что я хочу сказать. Всем в любом случае спасибо, всем пока. Ждите завтра еще нормальный стрим. Думаю, он будет часов 12, как и был сегодня. И вечером будет часов 8, если все получится хорошо. А вот. Но завтра, думаю, будет стримы по часа 3, как и были вчера, например, и сегодня днем. В общем, в любом случае, ладно, всем удачи, всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. А знаете что, ребят? Я еще не пользовался в этой игре этим веселым оружием. Время этим заняться. Серьезно, они бросили прямо под меня гранату? А знаете что, давайте мы все-таки опробуем эту пушку. А, то есть нас так быстро убивают? Так, ну здесь вроде никого нет. Мы сейчас этого солдата подымем. Да я стрелять не буду, не волнуйся. Я тебя просто допрошу и убью. Хорошо, чертежи здесь, где дальше? Он заметил, что я тут. Мне не понравилось, что он как-то узнал о том, что я здесь. Понятно, это был снайпер. А ну вставай, падла. Полежи пока, отдохни. Так. Знаете, вас что-то стало слишком много, ребят. Давайте мы вас просто истребим всех. Вставай! Ты сколько мне еще вас убивать, урода? Я уже устал вас убивать, парни, серьезно. Сколько еще будет людей, которые захотят проверить эту местность? Походу, к нам идет еще один солдат, который хочет проверить эту сраную местность. Серьезно, здесь столько трупов, что... Я не знаю, я могу сейчас забрать, например, винтовку с собой, снайперскую. Come on.
Да ну вас нафиг, а? Ну поднимайся ты уже на лестницу, открывай дверь, я тебя встречу. О боже. Какие вы тормоза, ребят. Вы дверь можете открыть? Да откройте вы дверь, вас там три человека, ё-моё. И вот надо было именно в тот момент, когда я решил что-то изменить, да? Они решили открыть дверь. У них прям чуйка, мать его.